Привет! Это игра под названием Armored Tactics. Новая миссия. Учебный лагерь пусть будет. Учебник. Бойцы, у которых нет хода. Я не успел. Это обязательно, я не новобранец, я уже успел поиграть в войнушку. Так, проваляться 5 месяцев — это большой срок, Ян. Чем ты занимался до этого, нам не важно. Теперь ты с нами, парень, покажи нам все, на что ты способен. Боже мой, как ты красиво заговорил, Дерек. Не обращай внимания на Дотса, это типичный случай, как я смешно сказал. Добро пожаловать на курс обучения в учебном лагере. Здесь вы узнаете основы управления в игре. Эти вон чувачки отжимались там. Мне больше ничего не скажут там. То, что правой кнопкой ходить или левой кнопкой ходить. Так, поворачивать камеру можно, нажимая кнопки по краям экрана, перетаскивая мышцы одновременно зажатой правой кнопкой. Вы также можете приближать и отдалять вид колесиком мыши. Перемещайте камеру, двигая мышь одновременно с нажатой. Чтобы переместиться куда-нибудь, дважды щелкните на желаемом месте на экране или перетащите и отпустите персонажа. То есть его можно перетащить. Нет, я его не могу перетащить. А, вот могу. Иди сюда. А какой кнопкой щелкать-то надо? Мне сюда надо или что? Ход противника. Come on, Ян. При выборе места для дальнейшего перемещения будет отображаться ближайшие места, где можно укрыться. А если одно из них становится зеленым, подтвердив действие, вы дадите вашему персонажу приказ укрыться там. Помните, сражаться с врагом, который стоит, боже, ниже вас гораздо удобнее. Теперь укройтесь где-нибудь. Вот здесь давай. Похоже, ваш магазин не полный, давайте перезарядимся. Такие действия, как занять укрытие, перезарядиться и использовать предмет, можно вызвать, нажав на модель выбранного персонажа. Это перезарядка или что? Во время боя вы не один, поэтому вы можете сменять бойцов. Это можно сделать, выбирая персонажа на экране или нажимая соответствующие кнопки. Сейчас-то я один. Поблизости появились два врага, но переживайте, они вас не тронут. Чтобы атаковать одного из них, вот сначала нужно выбрать. Мне бы его найти. Где враги-то? А, вон. А, это марка какой-то. Иди сюда, Ян. Ты, значит. Там вон враг, да? 100% шанс, что я куда-то там попаду. Может, в голову? Ход, сказали же, что они не будут атаковать. Что за подставы? Или они урона не наносят? Серьезно ранен, сдохни. Ян, настало время помогать. Ян, ты можешь выстрелить, Ян? Нет. Да, они, видимо, просто жизни не отнимают. А я-то что такое? Очередь, что ли? Он сдох. Вы думали, что все закончилось, когда раздался единственный выстрел, и марка упал. Вы можете посмотреть, сколько ходов осталось до того, пока он умрет, там, где раньше была его полоса здоровья. Что это значит, 5? Да ну боже, Ян, ты тупой. Как его лечить? Нет. Как классно он лечит. Че ты у него там трогаешь, а? Именно так это и делается. Никого нельзя оставлять позади. Теперь, когда марка оклемался, давайте выясним, откуда стреляли. Давайте выясним.
Если хотите, можете подкрасться сзади и отковать его ножом. Для этого действует так же, как и при лечении. Действуйте. Марко, подойдите поближе и выберите врага, чтобы увидеть все возможные действия. Этот вид атаки наиболее эффективен при нападении сзади. Теперь идите убить его. А куда идти-то? Эх, Ян. Ян никого не нашел. И Марка не нашел. Ты можешь подняться, Ян? Марка, а ты просто балбес, я не знаю, иди сюда. Может, мне надо идти туда? Там вон стрелочки всякие. Возможно, это указатели. Но я должен все осмотреть внимательно. Давай до сюда дойдем. Посмотрим. Здесь никого нету. Нет. Почему ты не можешь? Я специально далеко не прошел. Чтобы можно было вернуться. О, вот тут. А как? Нет, отстаньте. Отстаньте, уберите. Да ну боже. На что надо нажимать-то? Подойди и зарежь его. Подойди. Какой тупой, блин. Ау, отлично. За хорошую работу вы что-нибудь заслужили. На протяжении уровня вы будете находить специальные ящики. Бла-бла-бла. Один ящик разместили на расстоянии выстрела от места, где ты начал этот учебник. Сходи и принеси. Вон он валяется. Марко, давай, иди. Марко, конец хода, толку этого Яна тащить. Хода, сказали. Ход противника. Да ну как это работает, о боже. Нет, пусть этот Ян умрет. О боже, продолжить. Можно мне как-нибудь это обучение пропустить? Химический завод. Очень впечатляющее начало, друзья, но жаль, что у вас нет глушителей. Внимание всем, это Салтани. Если вы услышите еще хоть один выстрел, убейте заложников. Там еще осталась парочка ваших, не так ли? Скажите своим друзьям, что пора выйти и сдаться. У вас кончились патроны, так что лучше положите пушки на пол, быстро.
Я уж подумал, что она вылетела 2 неделями ранее. Сейчас еще обучение или уже нет? По идее, это была простая миссия. Идеальная, чтобы ты мог познакомиться поближе с своей новой командой, как говорится. Что, правда? С каких пор простая подразумевает почти прямо в западню? Я второе же обучение не прошел, или там одно было. Так, мастер сранили в ногу, но он продолжал сражаться. Да, мы все не сдавались. По второму выстрелу он потерял сознание, мы были вынуждены отступить. По крайней мере, на время. О боже, международно разыскиваемый террорист Ибрагим Салтани был замечен в одной из центральноафриканских стран. Представитель правящей прозападной демократической партии предоставил нам сведения о его местонахождении. Но в связи с надвигающимися выборами и растущими антиамериканскими настроениями в стране у нас не будет официальной правительственной поддержки. Мы провалили миссию и попали в западню. Солдат Дерек был ранен и взят в плен. Салтани и его наемники покинули Лагаде сразу после нападения, оставив позади только местных боевиков. Они решили, что мы бежали и ошиблись. Мы вернемся за мастерством, потому что мы не оставляем своих. Ян Марко. Может, ему пулемет дать ручной? Или ладно, пусть будет винтовка. Играть. Эй, а третий. План таков, мы находим его, устраним все угрозы, быстренько возвращаемся на базу и пьем чаечек. Местные боевики наверняка неопытные, но и может повезти, так что будьте аккуратней. А что если он не сможет идти? Тогда тебе придется его тащить, дурак. Тут можно паузу поставить? Теперь побежал. Ты беги сюда. А ты... вот сюда. Ход противника. Могли бы показать? Наверняка тут... да, тут стоит. Марка. Как заставить его подойти туда? Что может быть вообще сложнее? Так, это спецназ у нас такой крутой. Пусть они разделятся и зачистят. Все. Стэн, друг, иди сюда. Нет, Марко. Давай-ка. Оба. Кто-то может быть на крыше. Я думаю, что стоит проверить. Но сначала Ян. Подойди сюда. А там в дом зайти можно. Где дверь-то? Да ну боже. Как все сложно. Как крышу у дома убрать? Так, вон на крыше какой-то чудок. Чудак. Он меня увидел, что ли? На какой там крыше-то был? Чего значит слишком далеко, блин? Ты
Что, Ян, ты тупой? Нет, иди сюда. Где враг? Раз. А второй? Второй на крыше. Боевик. Африканский. Ян, я даже не знаю, Ян. Глупый, глупый Ян, ладно, иди. Будешь их резать со спины. Блин, они не заметят, если я перебегать тут буду. Блин, а сейчас ничего нельзя делать, иначе ноги. Хотя вот этого вот дурака можно было поближе подвинуть. Ух. Ого, у них на крыше толпа. Выходи, деревенский житель. Опачки. Меня увидели. Ах вы. Гады. Чувствую, что сейчас какой-нибудь Стэн сдохнет. Куда он побежал-то? Ход противника. Пожалуйста, подождите. Вон он выбежал. Промах. Снайпер, блин, вонючий. Да ну нет, они все что ли туда побегут? Мне кажется, что стоит... Да ну боже! Хватит уже сворачиваться. Всегда, вечно что-нибудь сворачивается. Что за бред вообще? Я не знаю, надо, наверное, спрятаться. Блин, деревенский дурак. Прятаться его явно не учили. Отступаем. Вот придурок, он просто встал, да? А, нет, сел. Ладно, пусть живет. А, стоп, я хожу. Ладно, конец хода. Ах ты тварь. А у меня аптечки-то даже нет. Чем улечить-то? И как до него дойти еще? Надо того чучмека убить. Ну, или вот этого чучмека. Слишком много. Ах, он в щи попал прямо. Прямо в шлем. Ну, можно пропустить их ходы. Мне это не интересно вообще. Это так долго. То, что у меня там 3 человека, и у него 50. Можешь встать где-нибудь здесь, вот. Мочи его. Хоть сдох. И этот хотя бы сдох. И этот сейчас... Бам! Хорошо, что у них снайперы такие классные. Хотя у него еще столько попыток, еще 3 снайпера там. Ну,
Просто пропустите свой ход. Блин, тут еще один. Стэн, вставай. Стэн, ты мне другом был. А если он сдохнет, то что? Мне сначала придется играть. Или просто у меня Стэна не будет. Никогда. Чего вот он сдох в начале сам? Даже не выстрелил. Ну. В ряд 4 снайпера стоят. А ты можешь куда-нибудь подальше пройти? Куда-нибудь. Если сюда. О, можно подойти зарезать. А сколько у меня этих штук? А, две так и тратится. Сдох. Так, Ян. На тебя ведь тоже надеются люди. Отвлекающая атака, он сейчас попадет. Ах ты, тварь. У них жизни нету. За что вы так с ними? Нет. У меня и аптечки нету, как я его подниму-то? Может, он просто его погладит? И тут встанет. Да ему вон, нормально. Он же может стрелять. И сейчас попадет. Вот урод. Он сдох. Миссия провалена. Причина: боец Марка пал в бою. Количество ходов в миссии 11 метров. Выполняя миссию, ваш отряд сделал выстрелы в 4. Точность попадания 100. Уничтожено вражеских целей 5 за 4 выстрела. Раненых бойцов 9. Выведены из строя 0. Вы получили 35 опыта. Вперед, ты что? Нет, я не хотел. Нет, отстаньте от меня. Да, там была самая настоящая миссия. Навыки. О, улучшить навык можно за опыт. Ладно. Думаю, на этом можно закончить. Пока.